Привет, друзья! Сегодня приготовим знаменитое печенье Савоярди всего лишь из трех ингредиентов. Готовится это вкуснейшее бисквитное печенье очень просто. Весь процесс вместе с выпечкой занимает не более 20 минут. Это печенье можно есть просто так, с чаем, или приготовить с ним любой десерт, например, тирамису. Для начала необходимо отделить желтки от белков. В миску вливаю белки и начинаю их взбивать миксером на минимальной скорости. Как только появится вот такая легкая пена, по желанию можно всыпать щепотку соли и щепотку ванилина. Не прекращая взбивать, постепенно в несколько этапов всыпаю сахар. Нам необходимо хорошо взбить белки в густую пену до устойчивых пиков. И теперь по одному добавляю желтки, каждый раз перемешиваю совсем недолго, буквально 5-7 секунд. Перемешиваю миксером на минимальной скорости. Далее просеиваю всю муку и затем венчиком или лопаткой аккуратно перемешиваю тесто. Долго перемешивать нельзя, достаточно добиться однородной консистенции. Сразу же перекладываю тесто в кондитерский мешок. Отрезаю кончик примерно 1,5 сантиметра. И вот таким образом отсаживаю печенье на противень, застеленный бумагой для выпечки. Печенье получается длиной примерно 10 сантиметров. Из этого количества теста у меня вышло ровно 16 штук. Посыпаю печенье сахарной пудрой и выпекаю в хорошо разогретой до 180 градусов духовке от 6 до 10 минут до легкого золотистого цвета. Это печенье еще называют дамскими пальчиками, поскольку оно имеет длинную вытянутую форму. Савоярди очень хорошо впитывают в себя влагу и становятся очень нежными. Именно поэтому их используют для приготовления различных десертов. У меня на канале есть простой рецепт вкуснейшего клубничного тирамису с этим печеньем. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Друзья, желаю вам удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео!